Всем привет, друзья! С вами 51 Рус. Значит, сегодня мы обучающий урок World of Tanks. Значит, прокатимся. Учебный бой, тренировочный бой. На боевое обучение давайте пройдем. Так, награда уже получена. Поехали. Добро пожаловать в боевое обучение. Здесь вы научитесь управлять танком и уничтожать технику противника. Т-34. Сейчас, ребята, подождите, Наведите настройки камеру вырубим. на автомобиль рядом с вашим Звук танком. Двигайте музыки. мышь влево или вправо. Башня танка поворачивается вслед за камерой. Наведите камеру на медицинский фургон рядом с вашим танком. Двигайтесь в указанную точку. Управление простое тут, ребята. Графика тут обновлена. Двигайтесь вдоль дороги, стараясь не повредить строение и технику. Управлять танком. Займите огневую позицию. Она обозначена на Игрушка карте, тоже обалденная, графика обалденная, физика обалденная. Пересекая болото, при движении по труднопроходимому грунту скорость и маневренность танка снижается. Наведите орудие на вражеский танк с помощью мыши. Когда противник окажется в прицеле, контур его танка станет красным. Займите огневую позицию. Она обозначена на мини-карте, расположенной в правом нижнем углу экрана. Уничтожьте вражеский танк. Перед выстрелом дождитесь, пока разброс оружия станет минимальным. Уничтожьте вражеский танк в движении. Прицеливаться вам уже не нужно, так как автоприцел сделает это за вас. Есть попадание. Поздравляем! Вы убили тяжело бронетехника. За позицию для обнаружения противника. Чтобы уничтожить последний вражеский танк, сначала необходимо его найти. Противник может быть обнаружен, если находится в радиусе вашего обзора. Спрячьтесь за кустами для маскировки. Чтобы противнику было сложнее вас обнаружить, укрывайтесь за кустами и кронами деревьев. Кроме того, танк менее заметен, когда стоит неподвижно. Уничтожьте вражеский танк. По движущимся удаленным целям стреляйте с упреждением, то есть в переднюю часть танка или перед ним по пути его движения. Промахнулись, ё-моё. Ушел вражина. Поздравляем! Вы научились использовать укрытие и стрелять по удаленным целям. Обучение успешно завершено. Вот такое, ребята, обучение. Такое у нас видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки. Всем удачки. Пока-пока. С вами был Драйвер 51 Рус.